убери японца на заднем плане. Знаешь, после твоей просьбы Nissan может уйти из России. А, ну да. Так, заново. Знаешь, после твоей просьбы Toyota может уйти из России. Блин, окей. Знаешь, после твоей просьбы японец ушел со скамейки и импорта заместился по всем канонам Netflix'а. Можешь меня сделать более спортивным? Наличие велосипеда в кадре посреди пустоши Ленинградской области не делает тебя спортивным. Хорошо, давай повысим градус. Представь, ты ехал на велосипеде, а за тобой бежала группа физкультурников. Потом ты слез с велика и присоединился к упражнению «Гусёк». Только ты, в отличие ото всех, начал позировать. Верните меня в 90-е. Ты единственный чувак в истории чуваков, который на вопрос «Вы хотите как в 90-е?» отвечают «Да». Будь по-твоему. Хотя непонятно, ты еще не бумер, а уже не зумер. Отправляю тебя в 94-й год. Тогда не было соцсетей, но всем было о чем поговорить. Сделай типа «Я еду по городу». Конечно. Можно вкинуть тебя в трафик Таймс-сквер. Правда, согласись, что это слишком очевидно. Пойдем другим путем. А если на тебя надеть... Не одеть, заметьте, костюм курьера. Тогда все точно поймут, что снимок сделан в городе. Ну, в той части города, где пустырь. Слава, привет. Сделай меня, пожалуйста, защитником Джонни от Эмбер Хёрд. О, как холодно стало. Инфоповод давно остыл. Ну хорошо. Подружка Аквамена и капитан Джек Воробей не поладили. Такое бывает. Поэтому тебе выпадет роль защитника от глупых и непонятных поступков. До сих пор понять не могу, зачем на кровать-то. Привет, дружище. Ну отправь меня с другом в океан. Привет, дружище. Знаешь, до меня недавно дошло, что растворимый кофе в пакетике – это кофе один в одном. Но это тоже неверно, потому что кофе пьют, а не едят. Вода – это тоже ингредиент. Значит, кофе 3 в 1, на самом деле кофе 4 в 1. На, твоя просьба. Отправляйся с другом на яхте в океан. И это был новый выпуск рубрики «Исправь, пожалуйста, мое фото». Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. Кстати, спасибо комментаторам, которые напоминают цифры. Всем пока!